Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер-кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. 50 тысяч за снятие приворота. 40 тысяч, чтобы снять с себя венец безбрачия. 9 тысяч рублей за консультацию. Меня зовут Лиса, и я приветствую вас в проверку экстрасенсов. Вместе с моей подругой Лианой мы ходим к разным экстрасенсам, гадалкам, магам и прочим мистическим личностям. Мы придумываем себе абсолютно разные амплуа, надумываем себе выдуманные проблемы. Муж мне изменяет. И приходим к экстрасенсам с запросом помочь нам. Кстати, а вы когда-нибудь подавались на битву экстрасенсов? Слушай, блядь, тебе прям паху плюнуть. И все ради того, чтобы проверить, реально ли мистические магические способности или перед нами мошенники, которые единственное, что делают, выкачивают из доверчивых людей деньги. И вот как все было. Я вот здесь сижу, мне чуть-чуть плакать хочется. Потому что ты овца тупорыла. Мы нашли экстрасенсов на Авито. Даже пугает, как много там подобных объявлений. Спустя несколько невзятых трубок мы наткнулись на пару, по их объявлению, ясновидящих. Сегодняшние наши экстрасенсы работают в паре, и это совершенно что-то новенькое. Их нашла Лиана на Авито. И вот с какой надуманной проблемой мы к ним обратились. Мы придумали с Лисой, что мы с ней две подруги, которые дружат с 3 лет. Люди даже всегда шушукали, что не бывает такой женской дружбы, и в какой-то степени нам завидовали. Но полгода назад что-то произошло, между нами как будто черная кошка пробежала, и мы стали очень много ссориться. Обязательно нам нужно вместе на диагностику, потому что мы друг другу все доверяем, ничего друг от друга не скрываем. Да, здравствуйте. Но вы говорите про подругу. Да. Для того, чтобы понять, что произошло, ну вот, дружили, общались, как давно вы дружите, и что не так? Мы дружим буквально с 3 лет, мы там вместе росли, в одном дворе, в садик ходили вместе в школу, вообще всегда, просто все не разлей вода, все всегда поражаются, как вообще мы настолько дружные, что женская дружба, ну вот просто, действительно просто как родные сестры, вот вообще никогда ничего между нами не стояло, и тут последние полгода мы не знаем просто, что происходит, мы ссоримся из-за любой мелочи. Порчи, нет, здесь нет понятия порчи, там нет мотива, потому что навряд ли есть мотив, чтобы вас рассорить. Глаза и зависть. И мы решили, что в какой-то момент Лиса выйдет, я останусь одна с ясновидящими, и я скажу, что я думаю, что мой муж изменяет мне с ней. И я хочу узнать, правда это или нет. Мне очень нужно получить ответ на этот вопрос. И мы вообще все расскажем на консультации, там, правда, там вообще действительно. Чтобы вас сейчас не загружать, но там ваше время не тратить. Лиана записалась на ближайшую свободную дату для созвона. И вот такую вот памятку ей выслали о том, что же включает в себя сеанс. На самом деле здесь прям очень много пунктов, поэтому посмотрим, сколько из этих пунктов, ясновидящие нам закроют. Кстати говоря, полуторачасовая консультация обошлась нам в 7 000 рублей. Но к этому мы еще вернемся. В общем, мы переводим предоплату. День звонка. По традиции, как обычно перед сеансом, мы выдумали две разные личности. Лиана, она же Мария. Замужняя, обеспеченная, счастливая, очень невероятно успешная женщина. Лиса, она же я, она же Татьяна. По образу, это тусовщица, абсолютно ветреная. Ничего у нее нет. Единственное, что она хочет, это богатого мужика. Вас как зовут? Меня зовут Мария. Это я знаю. Меня зовут Татьяна, мы подруги. Мы, в общем-то, поэтому и пришли. Данные маги-колдуны утверждают, что у них стаж более 11 лет, что через их магические ручки прошло огромное количество людей, и, конечно же, каждому из этих людей они оказали посильную помощь. Решат ли ясновидящие нашу проблему? Или они догадаются, но все-таки они ясновидящие, какими они себя позиционируют, о том, что эта история фарс и подстава. Крещеные? Нет. Нет. Мария, крещеные? Да. А это имеет значение, да, какое-то? Да, имеет. Почему не крестились? Это родители же обычно решают, будут они ребенка крестить или не будут. Нет, не родители. А можно креститься и в 30 лет. Самостоятельным образом это намного лучше, ибо потому что вы подходите к этому осознанно. Вам придется покреститься. Согласны? Не знаю, не уверена. Но впервые сходу мне
посоветовали в целях для того, чтобы спасти отношения с моей подругой, с которой мы якобы просто поссорились, покреститься. Во-первых, я крещённая, и как ясновидящий это не понял, для меня очень большой вопрос, потому что родители меня крестили в детстве. А второй момент, я, честно говоря, опешила. И тогда я опешила в этом видео в первый раз. Но то ли еще будет. А если я скажу то, что вы больше с подругой общаться не будете, покреститесь? Нет, все еще не уверена, это же напрямую на мою жизнь влияет, но как-то это звучит какой-то мега-универсальный лайфхак, покреститься и с подругой жизнь наладится. Далее мы приступили к обработке нашего запроса, чтобы все-таки понять, что случилось с нашей дружбой. Татьяна, скажите, пожалуйста, у вас проблемы начались с Марией? Как давно? Ну, короче, где-то год-полгода, вот так вот. Что начало происходить? Что не так? Да ничего, на самом деле, я даже не помню, чтобы что-то не так было. Ну, волосы, может быть, только подстриглась. Ну, вот она тоже потом за мной повторила и тоже решила подстричься. Как тебе все удобно, все с тобой повторяют, ну, конечно. Ну, да, а за мной опять все повторяют, ничего нового. Ну, ладно, это я, конечно же, шучу, ничего серьезного. Ну, наверное, только волосы подстригла, да, это у меня такие длинные были, вот, русые, а потом, ну, не были такие. Чем занимаетесь? Я? Ну, на данный момент я... безработная, но я ищу работу. Я бы хотела работать, конечно, где-нибудь на телевидении, например. Всем хай, это Лиса и K-Pop Time на TNT Music. Мне кажется, что если вы приходите к людям, у которых есть способности, и они реально что-то видят, они такие, знаете, а мне кажется, что что-то нечисто, вы врете нам? Ты не Мария, ты не Татьяна. Ну, имен ваших точно не вижу, но явно вы нам бздите. Ты не замужем, ты наоборот замужем, и что-то тут неладное, нахрена? Доход упал? Нет, доход не упал, нет. Ну, то есть, просто все ровно, да. То есть, не было... Ну, подожди, ну нет, ну ты же говорила, что упал. Нет, ну доход у мужа упал. Так, а еще скажите, пожалуйста, по состоянию здоровья. Энергии стало меньше, желание что-то делать стало меньше, просыпаться по утрам очень тяжело. Нет, если честно, она вам врет, у нее проблемы по женской части есть. Ну... Это мы сомнения. Что ты так меня смотришь? Ну, ну то, что, наверное, не надо людям говорить, что они будут беременеть уже второй год. Ты сейчас плачешь. Пать ссориться. А? Тихо. Ладно. Не ссоришься. Да мы не ссоримся, но просто я считаю, что если человек пришел сюда и хочет найти ответ на свой вопрос, он должен честно говорить о своих проблемах. Зачем скрывать? Ну в чем смысл? Мне нужно было создать как можно более бесячего персонажа, чтобы на моем фоне персонаж Лианы казался чем-то очень прям классным, очень добрым, очень светлым. Чтобы у нас прям вот была вот такая вот разница. Тихо. Ладно. Не ссоришься. Татьяна, у вас вот энергия? Да. Я вижу. Это больше, чем надо, вижу. Вначале он закидывал крючочки, да, такие типа нам в голову. Ну, я правда не хотел. Ну, это тебе поможет, наверное. Давай, продолжай. Люди приходят к нам иногда порой тратить тень. Это не проблема. Проблема у нас в другом. Проблема в том, что у нас у Марии есть крайник. Крайник возникает по причине только созданного мотива. Например, у вас в жизни все хорошо и прекрасно. И кто-то захотел, либо пожелал большего, либо посчитал то, что вы недостойны чего-либо, разозлился на вас. И человек делает, так скажем, обряд, он может в интернете начитаться, еще что-нибудь. Забрать себе что-то, отдать худое. Честно говоря, как ни пыталась я найти информацию о том, что или кто такой этот самый крайник, я ничего не нашла. Интересно, кто-нибудь вообще знает, who is it, этот крайник? Я, конечно, вообще в это не верю, но мне как-то девочка знакомая просто покаялась, что она на моего мужа делала приворот на карасе. Я не знаю, знаете вы, что это такое или нет. Я просто, когда услышала, я просто... Ну, мне кажется, она все равно придумала. Ладно, я вам все еще не мешаю. Все, я не мешаю рассказывать там про свои карасе. Кто куда их засовывал, в какую штуку. Откуда ты знаешь, что карася надо куда-то запихивать? Я тебе не рассказывала. Да я прочитала после этого бреда, там вообще в интернете много информации. Ладно. Да. Если вы не знаете про приворот на карасе, то посмотрите мое предыдущее видео. Господи Иисусе, зачем? Надо на рынке купить небольшую рыбу, живую, прийти домой, сказать некие слова, засунуть ее, дать там ей умереть, потом достать, пожарить и накормить мужа. Плейлист в описании, а мы продолжаем. Жизнь, какие планы, какие цели на сегодняшний день? Ну, во-первых, я хочу, конечно, найти себе богатого мужчину. Мне не очень нравится то, что, ну, у меня нет каких-то стабильных, серьезных отношений. Хотя у меня у всех подруг уже давно стабильные, серьезные отношения. Ну, конечно, он должен быть богатый. Причем я ее знакомила с друзьями своего мужа.
они, конечно, там все состоятельные, там мужчины и так далее. И... Ну, не очень состоятельные, ну пойдет. Ну, понятное дело, что не как мы, Ваня, но нормально. На этом моменте звонок прервался. Вот да, мы переживали, что у нас выключится, а в итоге что произошло? Я на всех случаях включу звук. Я в восторге от того, какую женщину ты играешь, а еще я в восторге от того, что ты им уже не нравишься ужасно. И она смеется и говорит, ну да, хорошая подружка. Не слышала? Нет. Она это сказала, я не сбросила звонок. Я ору. Ну ладно, звоним еще раз. А, Мария, я сейчас говорю инструкцию, что делать, вы делаете. Татьяна остается с нами наедине. Угу. Ну, мы начинаем смотреть, потом вы присоединяетесь, потом по-другому будет. Мне очень понравилось, как человек достаточно быстро начал придумывать какую-то лютейшую историю о том, что я где-то там теоретически, гипотетически могла наслать на персонажа Лианы порчу. И, конечно же, он предложил ее изгнать. Вы берете стакан воды. Есть дома святая вода? Нет, конечно нет. Конечно нет, Татьяна, я вас пока не спрашиваю. А, ладно, ладно. Вот, слово «конечно» навряд ли мне подходит. Мария, если нас нет, стой, берете просто обычную проточную воду с крана чистую. Угу, хорошо. Сейчас посмотрите в интернете, называется псалом. Хорошо. Сейчас я загуглю. Его просто прочитайте 3 раза на воду, хорошо? Хорошо. Я решила загуглить, можно ли заменить святую воду обычной. Есть нюанс, при котором разбавлять уже святую воду можно, но при этом нельзя заменить святую воду проточной. Ну, по крайней мере, из того, что я вижу, написано в интернете. Да-да-да, отлично. Уединитесь и сами прочитайте. Да-да, хорошо. Берите водички. Стаканчик прочитайте 3 раза. Хорошо. На него. Дашь стакан? Да, да, да. Я тебе сама будешь все себя наливать, я тебе просто дам стакан. Да, хорошо. Потому что, не знаю, может, моя энергетика тебе все сломает. Давай. Все, я тогда пошла наливать воду и с телефона все читать. Да, 3 раза читать. 3 раза, прямо над водой. Во всей нашей коммуникации с Лианой я старалась показывать на камеру, что мне абсолютно наплевать на ее чувства, я специально смеялась, я специально ее подкалывала в каких-то моментах, когда попросили ее налить стакан воды и сделать на этот стакан заговор. Как мне налить? Ты что, не умеешь воду наливать? Ты серьезно? Ты вообще хоть что-нибудь умеешь делать? А ты из-под крана будешь пить? Зачем мне эту воду пить? Это тебе нужно на ней заклинание читать. Тебе надо будет пить ее. Ну, значит, выпью. И вот это вот все, чтобы повысить эмоциональный накал. Все, сейчас она уйдет через минуту. Все, ушла. Я здесь, здрасте еще раз. Пока Лиана отсиживалась в туалете, я общалась с товарищем ясновидящим. И то, что он меня затирал, это, конечно, невероятная лирика, просто потрясающая поэзия. Я с вами немножко откровенно пообщаюсь. Давайте, откровенно пообщаемся. Я задал вопрос изначально, знаете, про... ценность. Это был вопрос непосредственно про ценность вашей дружбы. И для того, чтобы ну, вот, решить какую-то сложную задачу, иногда приходится провести некоторую работу, некоторые процедуры. Непосредственно я работаю с этим. И я знаю, как это работает. Но там Бога нет. Это факт. Там есть другие инструменты, другие вещи, при которых при использовании можно получить достаточно крутые результаты. И не только там здоровье, и красоту, и финансы. Здесь, ну, у каждого, да, там ценность разная. Кому что нужно, вопрос такой. Серьезно? Но там Бога нет. В какой-то момент я даже впала в ступор, потому что я пришла к светлому магу, к ясновидящему, и тут мне не то чтобы намекают, мне практически прямым текстом говорят, что, ну, возможно, ценность вашей дружбы не так уж и велика с подружкой, но есть другие техники, где, конечно, Бога нет, но есть что-то, что может дать вам красоту, богатство, славу. Да только выбери, вопрос в цене и в твоем выборе, и в приоритетах. Но все-таки, я думаю, все со мной согласятся, потому что тут вообще нет второго стула, хотя обычно я рассматриваю оба варианта. Но в данной ситуации абсолютно безапелляционно мне предложили встать на темную сторону. Интересно. В какой-то момент, когда я смотрю на этого товарища экстрасенса, я думаю, боже, ну это прям вот такой типаж, который, наверное, хотел бы побывать в битве экстрасенсов. И я попала в цель, потому что его это действительно затриггерило. Кстати, а вы когда-нибудь подавались на битву экстрасенсов? Это сейчас, ну, очень модно. Мне кажется, вы бы там хорошо зашли, как Дима Матвеев, например. Потому что, ну, честно, вот что-то мне подсказывало внутри, что это тот чел, который, скорее всего, бы хотел туда пойти, чтобы приумножить свою популярность, чтобы повысить свой прайс, который так, кстати говоря, совершенно не дешевый. Есть такое понятие, как шоу. Отыгрывается множество по сценарию, а победа стоит денег. То есть у них там все за деньги, да?
Но я же ответил уже на ваш вопрос. Ну да, ну я поняла. Но все равно, знаете, ну я не то чтобы прям фанат, но я видела там много вот в ТикТоке Димы Матвеева, поэтому я посмотрела пару серий, ну только потому, что он мне понравился. Но, типа, не могу сказать, что там какая-то прям супермагия происходит. Выглядит все, конечно, как постанова. Да, я сейчас просто чуть-чуть наперед, да, забегу, ну, связан. По сути своей, вот вы можете там подать заявку. О, блин, прикольно, я подала. Подаете заявку, вас просто начинают пиарить. Ага. И за счет того, что получаете клиентов, записи, вам деньги платят, но отстегиваете тому, кто пиарит. О, а вы можете? Ну, понятно, что не сегодня, сегодня, наверное, у нас про другое, но если у нас все будет хорошо, а к вам можно, ну, на какое-нибудь типа обучение пройти, чтобы сделать вид, что я экстрасенс? Ну, за деньги, конечно же. Ну, это прикольно. А я вам потом проценты буду давать, вот так мы и бизнес сделаем. Смотрите, здесь, знаете, ну... Да, вместо того, чтобы проводить консультацию, мы обсуждали битву экстрасенсов, я пыталась на ходу выдумать какую-то лютую ахинею про Диму Матвеева, про то, что, а вы можете научить меня тоже быть экстрасенсом, я вам буду проценты платить. Вы можете там подать заявку. Смотрите. Потом я поняла, что чел очень ведомый и очень легко его направлять в любые стороны, там даже не нужно особо думать. Но видно, что он несколько самовлюбленный, хочет, чтобы все было, как он сказал. Вот как он придумал в своей этой реальности, так все и должно быть. Поэтому в какой-то момент я решила немножечко подольстить ему и начать, ну, типа, немного к нему подкатывать. Ну, это грубо сказано, но что-то вот в этом роде. Да, а сколько вы зарабатываете? Чужой кошелек, чужой карман, посчитай, тут вор. Ага. Что, то, что ты пыталась его соблазнить и спрашивала, сколько он зарабатывает, это вообще восторг. Это просто гениально. И чел ведется. В какой-то момент, конечно, засмеялся, но это было так неловко, это было так нелепо. А когда какой-нибудь журнал Forbes считает, получается, ну, деньги очень богатых людей, они тоже как будто бы воруют, или это другое? Это другое. Это уже статистика. А. Понятно. И вот эта вот чушь про Forbes, то, что из серии, а, ну, если нельзя спрашивать, сколько у вас денег, но если вот я Forbes, а Forbes'у можно, ну, блин, ну, как в этот момент можно было подумать, что щелкнули полным серьезом такую чушь несет. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. А спустя 15 минутного ритуала и экзекуции моего мозга вернулась Лиана. Ну, извините, пожалуйста, я всё сделала, или нужно еще подождать? Ну, мы разговариваем, уйди, пожалуйста. А, нет, Татьяна, пускай пьет водичку, если все сделать. Мне кажется, ты бы душу дьяволу за популярность продала, вот честно. Да, спокойно, вообще-то, между прочим, Дима Матвеев сказал, что он что-то такое делает, вот он популярный, и типа всем нравится. Да, там, где делит, а ваша душа для меня это ценности не имеет. Я сейчас не в обиду, да, говорю, я сейчас говорю про крещенного человека про Марию, да, она имеет ценность, а ваша не имеет никакого. Зато вот, теперь я знаю, что вы не похитите мою душу, потому что она вам не нужна. Тебе все смешно. Ну да. Я в восторге и в ужасе одновременно. А вы уже видите или вам еще непонятно, в чем вообще проблема и что между нами случилось? Я знаю суть проблемы, но я не хочу ее озвучивать, потому что я усугублю ситуацию вашу. Вы разойдетесь. Какой ужас! Это, да, и вам будет так же смешно потом дальше. Мне? А ей? Просто вы же видите, вы же понимаете, что она одна бы не дошла до диагностики. Ну, то есть... В смысле? Выйди, пожалуйста, из квартиры на 2 минуты. Дверью хлопни, чтобы я слышала. О, господи. Да я обуюсь, да я обуюсь. Думаю, что вопрос, мы решили, что в какой-то момент Лиса выйдет, я останусь одна с ясновидящими, и я скажу, что я думаю, что мой муж изменяет мне с ней. И я хочу узнать, правда это или нет. Мне очень нужно получить ответ на этот вопрос. Сложно об этом говорить, чтобы голос не дрожал. Последние полгода стало очень... Такие очень холодные отношения между мной и мужем. Я очень сильно не хочу это, если честно, озвучивать вслух. Но если вы сейчас скажете, что так и есть, то я, наверное, хочу это правду знать, потому что я не хочу больше жить в иллюзии, что у меня счастливый брак и все в порядке. Мне кажется, что муж мне изменяет с Таней, и, наверное, поэтому одна из причин, по которой так сильно у нас ухудшились отношения. Я не знаю, если это не так, я, конечно, буду очень счастлива, но если это так, я, наверное, хочу знать.
знать правду. Он мне, кстати, однозначного ответа так и не дал. Что тоже, да, как-то интересно. Он не сказал, да, она изменяет и так далее. Я человек тот, который просто может многое исправить. Скажу честно, мне ваша Татьяна мало нравится, как она влияет на вашу жизнь. Мне мало нравится ее поведение в вашей проблеме. Мне не нравится ее отсутствие ценности сохранения ваших отношений. И мне совсем не нравится, как Татьяна смотрит на вашего мужа. Вот он, крыса, конечно. Нет-нет, когда человек уходит, я про других не говорю. Я говорю только про того человека, с кем я сейчас разговариваю. Просто обычно у нее очень много ухажеров, и она как бы, ну, хвастается, рассказывает там про свидания, про подарки. А тут она уже последние полгода ни про кого не рассказывала мне, а про подарки рассказывала. Скажите, вам что нужно, семью спасти или подругу? Ну, конечно, я бы в идеале хотела спасти и то, если там есть что спасать. Вы сказали, что есть что-то, что может разрушить нашу дружбу, то я готова это услышать, чтобы принимать решение уже по реальной картинке, а не по красивой иллюзии, которую я себе построила. Если она, не дай бог, изменяет мне с моим мужем, то она больше никогда в мой дом не зайдет. Никогда. Лиана, конечно, гениальная актриса. Это вот еще с видео с первым карасем у нас, тем самым легендарным, открылся вот этот потрясающий дар, потому что человек, правда, не выходит из образа. Да, она влияет на вашу жизнь, она разрушает вашу жизнь. Тут тупорылая запись. Откуда она знает про каких-то рыкапов куда-то засовывать? Без понятия. Потому что понимаете, я не, да, рассказывала. То есть вы не рассказывали ей, она вам ответила. Если не расстраиваете, все. Ну что, мы справляем. Да, это не просто подруга, когда это сестра. И оказывается, что это просто очень страшно, когда твой самый близкий человек может стать твоим самым злейшим врагом. Не плачьте. Да, что? Да, все хорошо. Ой, что ты плачешь? Я не плачу, тебе показалось, все в порядке. Снова здрасте. Все хорошо? В смысле? Я слышал, тебе сказали не плакать. Ну, это так. Ну, это от радости. А, да не, я вам не верю, вы врете все. Воскресенье. Ты гениально просто, ты гениально сыграла скоро. Это просто было гениально, даже меня начало бесить. А что здесь вообще происходит? Я пока не рассказали. Какая-то чаша стоит. В какой-то момент начинается реально что-то очень странное. Я не разбираюсь в той технике, в которой он работает, от слова прям вот вообще. Если что-то где-то из серии я что-то и понимаю, то вот эта вот история вообще вне моей. Даже какой-то... Блин, почему ты такая серьезная? Нет, нормально. Не, ну серьезно, ты что-то, сейчас... я что-то вернулась такая серьезная, может тебе тоже пойти покурить? Нет, я не курю, ты знаешь. Ну ладно, начни. Хороший совет, спасибо большое. Прислушайся к этому. И он начинает отливать воск. Он его там в какой-то кастрюле кипятил, я, естественно, тоже над этим немножко решила пошутить. А вы прям там как будто бы суп варите. Да, почти. И такая, ой, что там, суп варится. Ну, блин, ну вот уже на этом моменте, когда тебе чел говорит, вы что там, суп варите? Ну, можно же было кринжануться. Но нет, максимум, что он выдавал, это просто какую-то усмешку. И то не всегда. С другой стороны, без вас бы, Татьяна, было бы все грустнее. Ну, не так весело бы точно было, я знаю. Ну, я такая, да, я понимаю. Какой мужчина вам нравится? Когда он начал спрашивать у меня, какого мужчину я бы хотела, я, конечно, чуть не вымерла от этого, от всего. Но, естественно, нужно было намешать теплое, горячее, мягкое, пушистое и вообще все на свете, в том числе стул, для того, чтобы выдать какую-то вообще сюрреалистическую картину. Ну, во-первых, я увлекаюсь астрологией, поэтому мне точно нужен какой-то огненный мужчина. Это прям вообще 100%. Как в кей-попе? Ну, как, например, Чонгук. Wakey, wakey. Или как Феликс из Stray Kids. Wakey, wakey. То есть что-то вот такое хочется, конечно. Богатый. Но чтобы он не был, конечно, айдолом, вот такой мне не надо. Твой набор слов вообще не поняли. Хватит надо мной издеваться, почему ты это говоришь, а стыдно мне? Вообще, я за тебя стыжусь тут сидеть. Что ты говоришь, кей-поп? Нет, подожди, excuse me. Это богатые, красивые, типа, например, инфлюенсеры, таких тоже много. Нет, ты что, я вообще не про это, я про то, что тебя не понимаю, ты говоришь как-то на другом языке. Вы меня не понимаете? Нет. Вообще, ты спрашиваешь, сколько зарабатывает наш ясновидящий? Я не спрашивала. С чего ты вообще взяла, что это спрашивается? Глупая. Ну, это была проверка, потому что всегда это спрашиваешь. Я, конечно, не спрашивала. Ты бы еще что-то могла глупее придумать.
Когда он начал в этой своей кастрюле разливать воск, который там просто плавился, вот эти вот все стеки, растеки, и начинает, вот он просто по ходу дела выдумывать, что же это такое, чтобы вот про меня рассказать. Опять-таки появились некие вопросы к его квалификации, потому что все еще я не тот, за кого себя выдаю. Я вообще другая личность, другой персонаж. Все, я слушаю вас, у вас там суп сварился. Давайте помолчим пока. Господи, что это? И вот, значит, берут мою фотографию, где я вообще на себя не похожа. Кстати, первый вопрос, который я бы задала себе же, я бы спросила, это вообще кто? Это? Да, так. Там череп, смотри. Ваш череп, который у вас живет. Прикольно, а смотрите, а вы пока это читали, мне жарко стало, чтобы приодеться, я футболку с черепом надела, и тут тоже череп, прикольно, это прям косплей получается. Да, классно, классно. Мне тоже так кажется. Вот, честно говоря, мне хотелось как-то накидать ему чуши, чтобы он подумал, что вот я какой-то там вот этот вот весь черный не пойми кто, чтобы мне предложили с меня снять порчу, ну и прочую ерунду, которую обычно все эти гадалки и экстрасенсы предлагают мне с себя снять. А это реально мой череп, да? Это типа то, внутри меня душа сущность или что это за череп такой? Я просто не разбираюсь. А вам нравится слово сущность? Ну, оно ну, такое смешное просто. Ну, оно как подкидыш, ну что-то такое. Да? Кайф. Может так вот. Что у вас внутри, кто внутри, непонятно. Ой, это как раз у меня еще волосы длинные на этой фотографии. Это вот, да, в том году, по-моему, было. Блин, ну, похоже на какую-то, не знаю, печенку, что-то такое, или мозги. Ну, странная субстанция, не очень симпатичная. С той стороны прикольнее было. Но почему-то, видимо, он решил, что я менее внушаемый человек, и все равно сконцентрировался полностью на Лиане, намекая ей через вот эти вот свои мега-толстые намеки вот такого вот размера, что на нее наслала порчу никто иное, как я. Напоминает какую-то язву, знаете, на сердце. Это сердечный чакра вообще. Ну, да. Ну, а у вас не только хорошая интуиция, у вас еще и понимание есть. С детства просто есть какие-то способности, но я их никогда ой, не да развивала. Нет, у тебя ничего, хватит. Тебе просто в детстве кто-то сказал во дворе, что у тебя какие-то экстрасенсорные способности. Никто мне не говорил. Все, не мешай, там мой желудок нет, смотрит. Нет, да, я это говорю. И я могла, ну, прикасалась просто там, где у него болит. Там вытягивала вот так, и у него проходило. И сейчас, если у кого-то там из друзей голова болит, я могу там в голову, в воздух и потрогать человека. Хорошо, покажу тебе магию. Давай. У меня от тебя голова разболелась, но если ты замолчишь, она перестанет болеть. Да, мне тоже весело. Если честно, мне кажется, что я, мягко говоря, не то чтобы хороший актер, а достаточно откровенно плохой. И, честно говоря, я бы, наверное, наблюдая за этой клоунадой, скорее всего, усомнилась в реальности вот этих вот людей. И спросила бы, как минимум, ребята, а с вами вообще все нормально? Вы точно пришли на консультацию, потому что похоже на какой-то откровенный цирк. А почему вылетает? Паня, давай. Палец вверх. Я не... Какой палец вверх вылетает? Это лайк. А почему он вылетает? На моем лице лайк. А я не знаю, реально у тебя на лице. У меня на лице лайк. Все, больше нету. Там только что прям лайк был. Вот такой, как на ютубе. Да-да, я тоже видел. Ладно, это был последний смешной момент в видео. Я поверхностно пока говорю, чтобы мне стыкнуть один пазлик. Мне, чтобы понимать, с кем, что мне делать. И кто потом пи***ть получит. А ничего себе. Прикольно. Первый раз, когда я что-то с ним обсуждала, и он начал материться, я подумала, что меня послышалось. Я даже не успела среагировать и переспросить, потому что я подумала, ну, возможно, окей, меня уже глючит, в комнате душно, может быть, поэтому. Да нет, просто в плане того, что, правильно, если человеку делают говно, либо пагу, плохие вещи, деяния, то за это нужно расплатиться. Я считаю, то, что пага должна быть достойной. Блин, вы сейчас так говорите, как будто я черт какой-то, а я не черт. Что с вами происходит, надо же вас помирить, правильно? Точно! Вы сразу все поняли. Реально, по факту. Я вот я сижу, мне чуть-чуть плакать хочется. Вот честно. Я внутри испытываю такие очень неприятные чувства. Как мужчина тоже умеет плакать. Пов, она довела экстрасенса до слез. Продолжаем? Да, 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 давайте. И опять начался ритуал. Он когда меня отливал, я вот так постоянно делала, тряслась. Да, да, как да. Будто из меня выходят какие-то бесы. И твоя порча с меня скатывается. Ты хочешь чай? Сейчас будет. Внутри девушка молодая, очень молодая, худенькая, вот она. Да, силуэтик, видно силуэт? Силуэт девушки, вот она. Угу.
Честно говоря, мне кажется, надо быть просто очень тупым человеком, чтобы не понять, если это реально была бы консультация, что твоя соседка, твоя подруга на тебя навела порчу, потому что он настолько незавуалированно об этом говорил, но при этом не мог сказать напрямую. Все-таки мне кажется, если ты оказываешь консультацию и пытаешься реально помочь людям, то есть смысл сказать, что, знаете, вот эта ваша подруга мне не нравится, давайте-ка вы ее отсюда убирайте, я консультацию дальше буду проводить только с вами, а уже потом вот с этой вот Татьяной, потому что когда ты видишь, типа, что этот человек реально разрушает твою жизнь, наслал на тебя порчу, и вот это вот все самое ужасное делал, ну, сидеть и просто пытаться подбирать слова очень странно. Работа закрыта, но все равно от меня ничего не спрячется. Ну, на цветную сейчас... капусту похоже, если отрезать кусок, там прям чисто как цветная капуста будет. То есть неужели может какой-то злой человек нагнать порчу, и действительно так будет? То есть неужели никакие позитивные защиты изначальные они не спасают? А какие изначальные защиты, знаете? Я сейчас вам расскажу. Рождаемся, когда родители крестят. Неужели это не защищает? И любой человек с плохими мыслями, с плохими намерениями. А как вы будете его защищать? Вы никогда в своей жизни не чистились. Руки вы мыли. Да защита, а сами... потому что надо ставить. Это, да, ничего тебе не будет. Да, ты да, да, не да, делала да. этого. А ты делала? Конечно. Нет, это шутка. Ну или не шутка. Неважно. И я сижу и думаю, ну вот сидит чел там, что-то душнит, что-то уже придумывает. Постоянно куда-то вот он там отходит от своих мыслей. Все его очень легко куда-то в другую сторону завести. И я сижу и думаю, боже, я уже не могу. И консультация уже длится слишком долго. То есть она длится дольше, чем мы изначально планировали. Это вопрос о том, что насколько востребованный человек. Если у него все по минутам расписано, а он с нами аж на полчаса больше пробазарил. Из-за этого я начала злиться. А вы часто врете своей подруге? Да мне нет смысла ей врать, мы не обсуждаем ничего такого, в чем был бы смысл врать, потому что наши повседневные диалоги выглядят примерно, что ты сегодня ела, а куда завтра пойдем, в этом вообще спасибо, врать нет смысла. Вы врете часто своей подруге? Нет, я не часто вру своей подруге. А когда вы последний раз врали? Не знаю, когда она спросила, что ты делаешь, я ей написала, что я телек смотрю, я сидела за компьютером и смотрела YouTube, вот. Ну, ладно, а где вы реально соврали? Ну, в том, что я за компом сидела, а не телек смотрела. А еще скажите, пожалуйста, где еще врали? Да, не врала я ей покрупно, понимаешь, что вы пытаетесь подогнать меня к тому, что я пошла к какой-то там, не знаю, бабке-колдунке, какую-нибудь хрень там сделала, не было этого, и не врала я ей ни в чем серьезно, потому что нет у меня никаких амбиций на ее счет, да. Но тут он начинает говорить, что плюнет мне в лицо, вот это вот просто дичь. Слушай, блядь, тебе прям паху плюну. Зачем? Потому что ты овца тупорыла. Окей. Вот зачем. На меня никто никогда из этих гадалок не матерился. Это прям вообще что-то новое. Это максимальный урыв. Я тебе здесь делал с тобой и общался. Ты у меня спрашивал, сколько я зарабатываю. Да. А при своей подруге, да, ты у него задал вопрос то же самое. А ты спрашивал, сколько он зарабатывает. Что сказала? Нет. Что ты мне сейчас ответишь? Да потому что я издеваюсь, просто сижу, потому что этот цирк уже невозможно вывозить. Я уже просто сижу и откровенно ору от ситуации. Ты овца тупорылая, ты спрашивала меня, сколько я зарабатываю, а сейчас сидит твоя подруга, и ты ей в лицо говоришь, что ты ничего не зарабатываешь, ты ничего не спрашивала, да я хочу плюнуть тебе в лицо. Так что сейчас ты рот свой закроешь? Не. Это во-первых. Или что? А во-вторых, вот то, что ты говнеца какое натворила, вот сейчас по Марии вой, она будет решать, что с тобой произойдет. Мария, потому давай. Что ты уже... Ставка для колдунов и колдунок, которые захотят навлечь порчу. Возможно, вы спросите меня, боюсь ли я того, что на меня могут наслать черную порчу, приворот или еще что похожее. И я отвечу вам. Нет. За моей спиной стоит сам Паймон. Величественный дьявол. Но у меня будет встречный вопрос. Вот вы говорите, что я тут всем наврала при ком-то там еще, но вы же сидите и материтесь, но буквально находитесь в процессе вашего эзотерического обряда, и вокруг вас одни сплошные иконы, и вроде как на вас большой крест висит. Ну то есть это типа нормально. Если вы находитесь в иконах с крестом, можно материться. Так это работает. Ага, ну я просто запоминаю, мне это важно будет. У него явно что-то не так с психикой, он просто начал жестко топить Лису под конец, материть ее, оскорблять. И это просто была жопа, потому что я сижу, мне нельзя выходить из роли, я понимаю, просто Лису гасит, какой-то чел. Вообще восхищаюсь, что ты вообще не загасилась, такая, слышь. И очень адекватно ему дала отпор, типа, я не знаю, сейчас это какой-то охренительно клевый скилл. Давиду не показывай это видео.
Нет, я уже сказала, что у меня какой-то экстрасенс на фоне икон обматерил. А вы человек, который даже не крещен, не имеете права меня даже обсуждать. Так я вас не обсуждаю, я вас вопрос задаю. И не задавайте даже таких вопросов, понимаете? Так, ну это же консультация, как? В этом и смысл. У меня есть вопросы, я к вам обращаюсь как к более умному человеку, который в этом разбирается, но вы не отвечаете на них. Ну, немножко по-другому. На присутствие каких-то религиозных символов материться на их фоне, и особенно когда ты пытаешься делать вид, что ты совершаешь человеку какой-то обряд, и там вот эти вот слова грубые говорить, это прям нет. Но вопрос не в том, что я там девушка или моложе, неважно, старше, вопрос именно в том, что это очень неуместная реакция. Если тебя настолько твой клиент бесит, ну, прекрати с ним взаимодействовать. Кто хотел диагностику? Мария, вы, да? Мне было очень стрёмно в этот момент, и мне очень хотелось защитить Лису, но я держалась. Есть такая вещь, как ачикатагили с отливкой. Очень классная штука. Позволяет человеку отсеять всех ненужных ему людей. А там все точки над «и» мы расставим. И я, знаете, я поняла, почему они не работают с двумя людьми. Потому что когда человек один, на него психологически намного легче воздействовать. То есть это все это херня про то, что видишь, он говорит индивидуально, все бред. А сколько стоит чистка? Один день отливок 1000. Рекомендуем 9 отливок. Ну, то есть общая сумма обойдется вам 30 тысяч. Я все прослушала. 30 тысяч с меня нужно за что? Спас. Мне ничего не надо. А с нее 30 тысяч? Психологически, вот, да, например, не было бы со мной подруги, которая бы сказала, все, я тебя блокирую, никому ты деньги не переведешь. Не было бы у меня такой подруги, ну все. И намного легче затопить, довести прям сразу, чтобы человек сразу перевел деньги. А как она поймет, что работа вообще происходит какая-то? Она будет это чувствовать или как это выглядит? Это будет явно все на физике. Один день, 1000 рублей чистка. Как вы заметите результат, Лиса спрашивает? На физическом уровне почувствую. На физическом уровне почувствовать. Ну и в конце концов он мне просто надоел. Я взяла телефон в свои руки и вышла. Ну а дальше было вот так. Ясно. Ну все, давайте, да, все, будем заканчивать. Никто ни хрена не будет чистить. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Все, никто ничего не чистит. Я всех заблокирую. Подождите, казалось бы, что здесь логичный конец, но нет, было продолжение. Ты не мне объясни, что происходит. Я не могу, это лучшая ночь с тобой актерская. Я заплакала, мать его, 2 гребаных раза. 2 раза ты плакала. 2 раза я плакала. 30 тысяч дай, чтобы твой приворот снять. Это я навела. 30 тысяч дай, мне сделай скидку 3500. 26 500 дай. Нет. Дай. После того, как закончилась эта консультация, спустя несколько часов Лиане приходит вот такое вот сообщение в ее телефон. И значит, больше всего мне понравилась вот эта вот первая фраза, где ясновидящая рассказывает ей о том, что со мной на самом деле ничего нельзя сделать, потому что я, ну, во все это не верю, потому что я невосприимчив. Ну, короче говоря, если прям все максимально упростить, он буквально ей пишет: вот ты ведешься. А вот эта вот Татьяна, она не ведется. Она вообще для нее это все цирк собачий, поэтому, конечно же, на нее никакие там порчи, привороты, вот это вот все не сработает. Блин, пожалуйста, пожалуйста, если у вас есть какие-то проблемы, не платите деньги шарлатанам. Наверное, я не постесняюсь этого слова сказать, что люди шарлатаны. Если эти люди не могут, глядя на меня и на Лису, сказать, вас зовут не так, вы нам врете и возраст так далее. У вас другой. Семейное положение у вас другое, ну вы. И все другое. И нам непонятно, зачем вы нам врете. Тогда переведутся все шарлатаны на Руси. Тогда мы пойдем в битву экстрасенсов. Вдвоем, как 2 сильных мага, белый и черный. Че, Каролин, пойдешь с нами тоже на битву экстрасенсов? Будешь чьей-то дочь? Давай лучше она будет нашей мамой. Ооо, а вот это лайк, подписка, кстати.